Всем привет, на канале Ровный Инструмент. У нас сегодня обзор набора бит с гибким удлинителем ветровой марки DeWalt. Моделька данного набора DT705-78T. Ссылка на набор будет внизу в описании под видео. Набор у нас входит биты, ПАшки и торксы. И самое главное, что в этом наборе у нас есть, это подовжувач. Він не обычный, він довольно цікавий, то есть угловий. Для чего він нам может быть потрібний, когда у нас есть какая-то деталька, которую нам нужно закрутить. Эта деталька находится под углом. Представляем, что у нас это стена. И мы так подлезть по прямой не можем. Мы его выгинаем. Вигинаємо так. Ось так ми можемо крутити під углом. Вигнули. Тут у нас стіна. Как видим, угловой адаптер данного типа справляется классно с такими задачами. Всем, кому сподобалось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Кому не сподобалось, пишем комментарии, пишем, что не сподобалось и что хотите видеть в наступных видео. Всем пока!